Они катают зеркальный шар, прыгают через обруч или вот. Тигрица по имени Клеопатра взлетает над манежем вместе со своей наставницей. Аттракцион «Дикий мир» титулованной принцессы цирка Людмилы Сурковой и 10 хищников – изюминка обновленного шоу «Королевский цирк». Знаменитая дрессировщица без хлыста, тигры и львы воспитаны с любовью. И время меняется, и все меняется, и мы сейчас больше партнеры с животными. В манеже, за кулисами мы с ними друзья, мы с ними семья, я их мама, они мои дети. Артисты российской государственной цирковой компании в шоу королевского цирка Гии Эрадзе в Самаре почти год с начала пандемии. Мы отработали новогоднюю сказку, закончили и решили все-таки, с тем, что мы уже приехали в Самару и привезли большой королевский цирк, возобновить гастроли королевского цирка. Клоуны, акробаты, жонглеры, дрессированные животные и многое другое. Всего 10 ярких выступлений ждут горожан на арене Самарского цирка до 28 февраля. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков. События.